Всем добрый день. Сегодня, как всегда, с вами дядя Федор из Германии. Сегодня мы сделаем небольшое такое видео новой моей газонокосилки. Сегодня наконец-то она пришла. Заказал я ее 2 мая. Там был этот в Алди, в магазине Алди онлайн шоп. Там было указано, что доставка будет произведена в течение 5-7 рабочих дней. Но это означало где-то, что до 10 мая. Уже было 11 мая, посылки так и не было. Я постарался, несколько раз звонил, но до них не дозвонишься, потому что они там всегда такой автоответчик у них с музыкой. И с... Короче, так вежливо отвечает, что ждите, ждите, ждите ответа. Ну так и не дождался. Никто из операторов не подошел к телефону, не ответил. Потом я им написал письмо. Сказал, что сколько можно ждать. Сидеть дома и ждать посылку. Это невозможно, надо чем-то заниматься же. И вот этим 11 числом они мне сообщили, что они подготовили посылку. 11 числа они только подготовили ее. После того, как я написал письмо. И вот сегодня у нас 13-е, посылка пришла. Будем ее распаковывать. Такая корзина, где скошенная трава помещается. Ой, она больше, чем то была. И вот такая вот косилка. Есть инструкции. Она не совсем такая, как у меня была. Косилка. Побольше, по-моему. Немножко побольше. По высоте можно ее сюда подойти. Здесь у меня такой вот рычаг, можно настраивать по высоте, чтобы колеса выше были. Это значит, что трава будет срез высокий. Здесь можно на низко поставить положение, она будет короткая трава. Также такой бочонок масла 600 миллилитров. Могли бы, конечно, и бензин тоже добавить.
Бензин тоже дорогой. Ну ничего. Будем собирать эту машинку. Его пока выключи. Вот такая вот косилка. Я ее собрал, скрутил все. Здесь вот еще надо залить масло туда, бензин, и можно начинать косить. Наконец собрал я свою косилку, заправил. Сейчас будем пробовать косить, как она косит. Вот за так, мной вот так косит эта косилка. Хорошо срезает. И Цезарь помогает. Вон такие красивые цветочки Федя срезает. Пока косилки у нас не было, вон какие красивые.
красивая поляночка. Беспощадно режет уточки. Извиняюсь, не режет, а срезает косилкой. И такие цветочки посадила я сейчас. Ну что сказать, косилка хорошая, хорошо косит, пока новая. Дальше видно будет. Надеюсь, хватит нам до конца жизни. У нас до этой, вот эта, которая сломалась, она тоже не такая большая, тоже одинаковые, в принципе, размерами одинаковые. Но срок годности ее пришел конец. Так тоже удобная машинка была. Она еще не такая старая была, вон даже еще пленкой это не снимал. А может, она еще гарантийная? Не, гарантия у него уже давно кончилась. Да и это не гарантийный ремонт. Ну да, что делать? Куда-то ее надо теперь сбагривать. Вот такой у нас сегодня получился обзор косилок. Эта косилка тоже неплохо косила. Вот так. Скажи, дядя, когда будет сейчас косить? Еще мне сегодня пришла вот такая вот посылка. Это вот контроллер, который я выписал для моей солнечной батареи. Вот так он выглядит. Здесь USB есть подключение. Можно телефон на зарядку ставить. Также здесь вход кабеля от панели, первые два, потом два идет на
батарею, выход, и два идет на вандлер, преобразователь электричества от батареи, да, 220 вольт. Вот здесь у меня вот такой вот шкафчик с электричеством. У меня уже одна панель подключена. Вот она показывает 13,8 вольт. Отсюда эти кабеля идут, вот эти два кабеля идут вниз на батарее. А от батареи вот идет сюда на преобразователь. Я его включаю, и он показывает у меня, сколько у меня батарея заряжена. И на 220 вольт. Здесь я заряжаю свои приборы. И этот от новой батареи, от новой панели, этот контроллер я тоже поставлю вот сюда. Подключу его. Здесь надо две дырки просверлить, кабель вести сверху. Вот он у меня уже, кабель здесь есть. Вот сюда его подключу. Вот этот кабель, который здесь лежит у меня, красный и черный, плюс и минус, проведу его, подключу к этой контроллеру. Только мне надо еще батареи приобрести. Эти батареи у меня немножко слабоватые. Вот такие вот панели у меня. Та верхнюю я уже пару лет назад покупал. Она мне на 100 ватт. И вот это поставил новую батарею. Ну как не новая, она пользованная. Ну, точно не знаю, но мне кажется 160 ватт она. Кабеля я сюда завел. Подключусь. И у меня будет электричество, чтобы насос воду качал. И так для мелкого пользования. Ну что, все, краткий обзор я показал вам на мою новую косилку. На этом я буду заканчивать это видео. Надо еще все прибрать здесь, на огороде. А с вами я буду прощаться. Не забывайте подписываться на канал. Пишите в комментариях ваше мнение об этой косилке. Да, еще хотел спросить, куда можно старую косилку на ремонт взять или куда-то определить. Дадут за нее что-нибудь или нет, как на запчасти. Если кто знает, напишите в комментариях. Ну, пока, до свидания. Желаю вам здоровья, счастья, мирного неба, вот такого голубого. Будьте счастливы, до свидания.